Всем привет! С вами Максим Инать. Сегодня будем играть в Майнкрафт. Я вам покажу один прикольный механизм. Это будут механические двери. Его можно замаскувати, а можно так лишить просто. Можно в горі его построить, например, вот сбитко. Можете камень покласти, без разницы. Например, первый блок, чтобы замаскувати, ставите это. А другий то. Вот. Вот, вот так. Він отако работает, дивіться. Тут є вороночка у нас, тут блок. І сюди закидуємо будь-який ресурс. Закидуємо. Так. І ми пробігаємося. Можна менше, даже там 50 штук можна кидати. Ну, можете самі перевірити, скільки вам хватить. Як для кого. Хтось встигне за стак тільки, комусь треба більше. І тут у нас є сундучок, щоб ті ресурси, які ви закидували, щоб можна було забрати. От. Зараз відкрию це все. Вот, вот такой он выглядит. Тут начинается такой. Дальше тут этот компаратор, направленный вот такой. Дальше идет редстоун, идет до поршня. Именно має бути тут блок. Если вы блок тут не поставите, оно работать не будет. Дальше тут веде блок, дальше такой. Тут повторитель без задержки. Дальше тут берем вот такой факел красный иде. Иде сюда. Тако. Вот, дальше сюда. Тут веде у нас иде сюда. Вот. Дальше тут такой иде. Вот, такой работает. Тут у нас дредстоун. Я думал сделать что-то такое, чтобы выезжало, но у меня не получалось. Ну вот, вот такой механизм. С вами был Максим Инать. Сегодня мы играли в Майнкрафт. Всем бай. Пока-пока.